Народ, привет! Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Сегодня у нас две небольшие и одна побольше посылочки. Сейчас мы с вами вскроем их. Быстренько посмотрим и узнаем, что нам такого почтальоны притащили. Так, это походу Гербеста, Жирбест, как его многие называют. Они дополнительные бумаги какие-то кладут. Так, что здесь? А у нас здесь... Ох-ох-ох. У нас здесь с вами микрокарданы для VPL моделей. Почему микро? Потому что они прям сделаны как копийные. Полностью как заводские, ну чуть-чуть не по-другому, тут как бы квадрат сделан, вот. Только в металле, не знаю, металл силюмин, не знаю, что они себе будут представлять. Ой, ходит вот очень туго, надо будет посмотреть, прям вообще наискосок. Вот, туда-сюда, вот, сюда более-менее, а вот так вот, прям вот не согнуть, забиты очень сильно. А этот нормально, эта сторона, так, ладно. Вот такой карданчик, смотрим второй. Тут все нормально. Но одна сторона, вот эта, все равно чуть-чуть жестковато, как бы вот сюда ходит так хорошо, а вот сюда вот жестенько. Но разработается, я думаю. Это нам пришли на шишигу. На шишигу должны прийти еще стальные металлические мосты, но не вот такие крупные, которые прям, ну, не копийно смотрятся, а прям как заводской мост, прям ВПЛовский. Вот такой же, только стальной. Вот, так что тоже его будем обозревать, надеюсь, в скором времени. По комплектации, значит, есть болтики под шестигранник, сам шестигранник в комплекте, так что затянуть не составит проблем. Посмотрим, как они будут ходить. Ну, в принципе, мне ничем нравится то, что они не громоздкие, но не знаю, как по качеству. Но на силимин, конечно, не похоже, что-то все-таки получше. Получше какое-то. Может быть, железный. Сейчас посмотрим магнитиком. А магнитика нет. Так, они не магнитятся. Болтики магнитятся. Так, ладно, откладываем в сторонку. Следующий. Так, а этот я разорвал уже. Здесь у меня автомобильная такая приблуда. Это у нас преобразователь из 12 вольт в 5, 3 амперы. Сделан для того, чтобы можно подключить к прикуривателю, где-нибудь бросить, а себе вывести USB такие порты для зарядки. 3 ампера, чтобы по-быстрому заряжался там телефон, планшет. Вот, или еще что-то запитать. Вот такие два провода. Просто к прикуривателю их подключаем. Прикрепляем, приклеиваем, прикручиваем, как угодно. Конвертер этот, как он называется. Вот. Тут написано 15 ватт. Вот, у меня, в принципе, 3-амперная зарядка вроде 18 ватт. Ну, посмотрим. Проверим. Вот, так что я думаю, что для зарядки телефонов будет самое то. Тем более, если прикуриватель один, и постоянно в него натыкано всего, и уже телефон втыкать некуда. Так что сделаем, установим и покажу вам, как это будет выглядеть. Вот. Возможно, еще на драйв скину. Так, и последняя посылочка.
Так. И последняя посылочка. Договорились с продавцом, то, что он мне отправит не в оригинальной упаковке, но сделает небольшую скидочку. Вот. Если буду заказывать и в дальнейшем, будет еще большая скидка, так как, ну, по идее, я должен быть первым обладателем этой вещицы. Это аппаратура управления Думба, новый какой-то бренд. Как бы она должна быть в нескольких цветах, но на данный момент пока что просто черная. Выпускается здесь инструкция, как быстренько разобраться, что куда у нас. Вот. И не будем затягивать. Вот она, наша аппаратура. Аппаратура шестиканальная. Бюджетная, очень бюджетная. Блин, в руке сидит классно. Управлять можно одной рукой. Прям класс. Ребята постарались. Выходит только на рынок. Так, соответственно, в комплекте приемник. Приемник подходит под любые модели, и под лодки, и подо все, длинная антенна. И чтобы никто не сомневался, 6 каналов. Так, приемничек пока в сторону. Коробочку тоже уберу. Сейчас мы просто с вами пробежимся, посмотрим на нее. А тестировать ее будем уже в следующий раз. Значит, что у нее есть? Есть разъем microUSB. Это, скорее всего, для прошивки. Есть еще разъем типа наушника. Не знаю, подо что. Почитаю потом в инструкции, что написано. И когда буду уже тестировать ее, уже мы с вами посмотрим, что уже обозначает каждое гнездо, для чего оно. Вот. Хотя по-быстрому... А, вон оно что. Красивое, где много всего расписано на китайском. Где что-то есть, это на английском. Но не написано, что именно. И дополнительная бумажка уже показанная, для чего это что идет. Так, смотрите, этот разъем какой-то симулятор интерфейс PPM. Не знаю, что такое. Это у нас USB connection 5 вольт. Ну, я думаю, что это все-таки для прошивки это гнездо. Так, ну вот смотрите. Значит, питается 4 пальчиковыми батарейками, либо аккумуляторами. Третий канал просто щелкается. Четвертый канал трехпозиционный. Вперед, средний, назад. Возвращаем. Так, здесь, значит, кнопка включения. Ну, такая, в принципе, нормальная. Вот, колесико такое пластиковое, но, в принципе, крутится нормально. Так в руке неплохо сидит. Свой у них шильдик интересненький. Так, открываем вверх. И здесь у нас, получается, реверсы руля, реверсы газа, тримирование идет руля и газа в процентном соотношении, так что прям будет достойно в регулировках. И получается 5-6 канал мы крутим от и до. Раз, два. Вот такая вот интересненькая аппаратура. Сейчас мы бегло на нее взглянули. Реально 6 каналов. Каналы достойные. Не то, что просто там кнопочка. Вот третий канал, он просто кнопочка включения-выключения. А они позиционные такие, хорошо щелкаются. Так что
Я думаю, что можно и лебедочку подключить. Допустим, затримировал ее на центре. Это в одну сторону будет, это в другую сторону будет. Я думаю, будет работать нормально. Вот, так что можно будет на что-то пофункциональнее подключить. И сделано очень-очень добротно. Мне, кстати, нравится. И в руке лежит, и одной рукой можно управлять. Едем туда, едем сюда. Класс. Вот такая вот аппаратурочка бюджетная. А, ценник на нее 1800 на данный момент был при заказе. Вот. А, плюс продавец мне еще там немножечко уступил. Потому что пришла она не в оригинальной упаковке. Она у него закончилась. Следующую партию можно было подождать, но это ждать еще надо было месяц. Вот. Мне, в принципе, упаковка не нужна. Все равно ее выбрасывать. Я решил, что и так будет хорошо. Ну все. Несколько посылочек мы вскрыли. Ждем следующих. Они потихонечку прибывают. Но что-то там опять где-то зависло. Очень много посылок идет теперь через Казахстан. Вот. Ну ждем. Как только что-то новое появится, обязательно снимем обзорчик. И обязательно протестируем. Ну все. Всем пока. До новых встреч. Спасибо за просмотр.